Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. И сегодня довольно-таки необычное видео, потому что это видео будет поделено немножечко на два экрана. Мы будем сравнивать версию 9.0.5 и версию 9.1. Совсем недавно на ПТР произошло небольшое изменение, а именно Совраска получила возможность полета. Это не может не радовать, потому что многие люди хотели, чтобы она начала летать. Чтобы получить Совраску, нужно 6 дней, не обязательно подряд, приносить ей определенные предметы, определенные реагенты. Видосиков много на YouTube имеется касательно Совраски, ее получения. И у меня, конечно же, тоже есть такой видосик. Закину его в описание и можете глянуть. Сегодня мы просто-напросто посмотрим, как ведет себя Совраска на версии 9.0.5 и на версии 9.1. Поехали! В целом, анимация ее бега уже всем известна. Это анимация бега самого обычного коня, как, например, огненный боевой конь, как, например, конь всадника без головы. То есть анимация точно такая же. Но теперь она просто-напросто летает. И в обновлении 9.1, получив полеты, мы сможем летать по темным землям на Совраске. Это круто, это классно, потому что в тот момент, когда только люди начали получать Совраску, в декабре, кто-то в январе, а кто-то, например, вообще недавно только ее получил, люди просто-напросто задавались вопросом, когда можно будет летать на этом коне. Ну и вот, пожалуйста, ответ дан. В обновлении 9.1 можно будет летать на Совраске. Это классно, это круто, это замечательно. Кто хотел полетать на этом маунте, тот полетает. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, и удачи вам в получении Совраски. До скорого!